Так, ребятки, есть у меня новость. Да, Сереж, новость, давай. Новость про деньги. Ты собрался вернуть нам деньги, которые ты брал? Во-первых, нет, а во-вторых, я думал, для вас это уже давно не новость. Итак, ребята, заголовок у новости такой. В Украине насчитали почти 5000 миллионеров. Самому младшему миллионеру исполнилось 7 лет, а самому старшему 99. 7 лет? 7 лет, да. Самому младшему миллионеру. Кто этот человек? Я не знаю, я... Это смотрите. Будущий муж Аллы Пугачевой, я думаю. Я просто себе подумал, 7 лет мальчику, у него уже миллион. Он даже еще не знает таблички умножения, да. Но, в принципе, ему уже незачем ее учить. Ну да. Зачем? В принципе, да. Но у него детства нет, вы понимаете? Мечтать уже не о чем, все. Какой там волшебник в голубом вертолете? Какие несчастные 500 эскимо? Он просто берет телефон. Алло, волшебник. Не знаю, почему он так говорит, 7 лет, конечно. А можно мне 2 эскимо? Завода. Я знаю, вот правильно Наташа говорит по поводу того, что у ребенка нету детства. Я просто вспоминаю себя, когда мне было 7 лет. Все, что я мог задекларировать, это жменю ракушек и наклейку с голой тетей. Поэтому на этом все. Я думаю, просто у мальчика очень хорошо прошли рождественские праздники. Ну, вот эти на вот. Колядува? На колядува. У него просто очень много крест. Чекай. Нет. Так это ж значит сын Зварыча. Знаменитый колядник. Суди. 100%. Ребят, не так. Просто не важно, до кого ти йдеш колядувати. Головне вибрати геолокацію. Тобто він в Кончезаспу поїхав на тролейбусі. І давай перепригувати забори. Понимаєш, а там може то Кучма відкрити, то Кравчук. Ну, є кому, є кому. Назбирати. Я представляю себе, коли ти колядуєш, дзвониш, там Кучма відкриває двері. Та я и песню спою, если что. У меня тут и танец. Он просто саксофон из рукава. Саша, а все-таки тебе расскажу, Сережка, наверное, знает, что все-таки, когда ты идешь колядувать до таких богатых людей, дуже важливо быть в фуфайке и в двух ватных штанах. Почему? Бо там собаки. И они... Но ты доповзаешь и колят, колят, колят. И тебя утягивают собаки да, обратно, а ты добре с маком поляный. А без маку не такая. Так, фу. Ой. Давайте пожелаем, чтобы в нашей стране миллионеров и миллиардеров становилось больше. Самое главное, чтобы официально эти люди платили налоги.